И напоследок, прежде чем очень громко хлопнуть крышкой гроба, они, конечно, умоются кровью. И своей, и, к сожалению, чужой. Спорт стрелковый – это как банковский депозит, куда снайперское дело каждый раз уходит после окончания какой-то большой войны. То есть за нами следят, я так понимаю, все оружейники мира вот под микроскопом. После начала крупномасштабного вторжения мы как бы пришли к выводу, что основную тяжесть войны вывозят на себе фронтовые снайпера. И поняли, что максимальный эффект от нас будет, если мы поднимем общий уровень фронтовых снайперов хотя бы на какой-то процент достаточности, ну, насколько это возможно. И это даст как бы фронтовой результат. Ну, так и случилось. Вот. Мы вчера решили подсчитать, сколько тренировок мы провели именно стрельб с начала вторжения. И сейчас у нас как бы фактически юбилейное занятие, это 350 занятий как бы за 2 года. Есть фронтовые результаты достаточно серьезные, и выжимаемость наших курсантов очень высокая, и результативность очень высокая. Очень много наших выпускников представлены к наградам и провели просто уникальные снайперские операции. Снайпера подготовить за 21 день невозможно в принципе. Все это понимают. И когда мы столкнулись с этой проблемой, главной задачей у нас была составить такую учебную программу, которая бы могла быть эффективной. И мы поняли, что нам нужно давать ребятам не сколько знания, сколько понимания тех процессов, которые происходят, и запускать процесс самообразования. То есть мы настраиваем такой софт внутренний и меняем их форму поведения, потому что снайпер – это больше образ жизни. Винтовка 338 Lapa Magnum, которая у нас на вооружении стоит, калибр, он считается эволюционным. То есть, чтобы к нему прийти, человек должен был сначала на 308 калибре там, минимум сжечь ствол, получить как бы, серьезную базу и как бы, потом продвинуться вперед, прийти к 338. А у нас война сейчас. И нам надо человека сразу поставить на мощный калибр. Потому что винтовка, которая может очень много, она, соответственно, очень многое требует от стрелка. Все упражнения на боевую эффективность, которые результативны были на фронте, сразу включаются как бы, в программу обучения. И программа обучения, допустим, в первые дни войны и сейчас, она принципиально разная. Современные стандарты НАТО в снайперской профессии находятся здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И те стандарты, которые находятся как бы, в странах наших партнеров, они отстали на целую вечность. Это абсолютный факт, это не преувеличение. Программа обучения сейчас достаточно сложная в плане как бы, вопросов баллистики, метеорологии и всего остального. Потому что снайперское дело эволюционировало просто невероятно. Я всегда им на первых лекциях привожу такой пример, когда, помню, был такое время Второй мировой войны, знаменитый снайпер Зайцев. Его в мемуарах спросили, скажите, какой у вас самый был дальний выстрел в вашей карьере. Он сказал, что это было в Сталинграде, это было 300 метров, и я не попал. Вот. А мы сейчас как бы 338 имеет входная дверь в калибр с 1000 метров. Да? То есть, там, в зоне эффективного огня 1000-1500. А вот украинские винтовки антиматериальные, там Snipex, Alligator, с которыми мы работаем под КПВТ-шный патрон, там 14,5 на 114, они закрывают наши выпускники цели 2200, 2400, беспокоящий огонь 3000 метров. Вот о чем мы говорим сейчас. Какие должны быть знания баллистики, понимание процессов, чтение ветра и многих-многих-многих составляющих, базовый навык. Что должен уметь делать снайпер, это ну, достаточно сложно. В снайперском деле появился третий дивизион снайперов. Они же, как бы, есть две военно-учетные специальности. Это марксмен и снайпер-разведчик. Марксмен, это, который работает с полуавтоматической винтовкой на средних дистанциях. В составе подразделения, ну, в переводе точно стрелок. Вот. Снайпер-разведчик, который работает с болтовой винтовкой, который стреляет 800-1300 метров, там, до 1,5 километра. И третий дивизион – это ребята, которые стреляют антиматериальными винтовками. Это калибр 50 BMG и 14,5 на 114 КПВТ. Их вывели в отдельный дивизион, в отдельную категорию, там другая программа обучения. Они доказали свою невероятную боевую эффективность на фронте. Очень много спасенных жизней наших бойцов. Там в одно быстро, скажем так, одна операция, где участвовали снайпер с аллигатор, спасли больше 300 жизней наших ребят. В начале занятия я ребятам рассказываю, что ни один снайпер не настреляет за свою карьеру больше, чем один артиллерийский расчет за один день. Это не ваша профессия. Просто выстрел снайпера должен что-то менять на поле боя. И у нас есть критерий качества выстрела, а не количества.
закрытых целей. Что изменилось после этого выстрела? То есть решилась судьба исхода боя? Или какая-то краткосрочная ситуация как бы была изменена? А из таких вот случаев очень показательно есть один из батальонов, кстати, терробороны, который работал вот с этим подразделением, с нашими украинскими аллигаторами, 4 винтовки батальон, попал в очень сложное положение. Там было много 300-х, были 200, и вывести батальон уже не представлялось возможным. И могла случиться трагедия. И тогда снайперское подразделение взяло инициативу в свои руки, согласовало с комбатом операцию. Они заняли специальные высоты и, пользуясь техническими характеристиками этого оружия, так как оно на глушителях заглушено и имеет очень большую мощность, выбили дорогу, по которому батальон был выведен. С момента того, как они взяли ситуацию под свой контроль, не было ни одной потери. Вот они представлены к высоким наградам. Выстрел Ковальского, он абсолютно оправдан. Это профессионал экстракласса. И выстрел случал, ну, как бы, когда многие говорят, что вот на такой дистанции трудно просчитать невозможный ветер, что там было много везения и так дальше. Я, как человек, который нахожусь глубоко в этой теме, понимаю, что там ничего случайного не было. Это был закономерный выстрел. Человек с таким опытом и с таким глубоким пониманием процессов снайперской в отделе имеет очень высокое развитое чувство момента. Есть такой у нас тоже критерий. Когда стрелять, как стрелять. Вот. И естественно, что закономерно закрыл и установил этот рекорд. Я думаю, что он очень долго не будет побит, он долго продержится. Но это все закономерно. Снайперское дело в Украине развивается очень серьезно, очень быстро. И наши производители украинские, как бы они делают одни из лучших образцов винтовок в мире. Скажем, вот по калибру 14,5, когда я рассказывал про КПВТ, есть такая канадская знаменитая компания Kydex Defense, которая делает отличные снайперские винтовки. Они уже сделали винтовку под этот калибр 14,5 на 114. То есть, ну, тренды кто задает? То есть за нами следят, я так понимаю, все оружейники мира вот под микроскопом. И ловят вот эти моменты, которые происходят, чтобы быстро как бы успеть сделать эту винтовку, выйти с ней на рынок. А наши с этими винтовками уже воюют очень успешно. А я могу отметить еще, допустим, UR-10 винтовку, знаменитая винтовка Марксмана. Она настолько успешна и настолько качественно сделана, то есть это фактически демонстрация высокого класса инженерной школы Украины. Я объясню, что она сделана на платформе UR, Upper Lover, да, как бы, который как бы, ну, недолюбливаю очень сильно, потому что она больна от рождения, потому что стреляет Upper, попадает Lover. И сопряжение у них очень слабое. Естественно, винтовка как бы добиться высокого боя невозможно. И американцы сделали из этого недостатка плюс. Они как бы создали там 5-6 прайс-листов тюнинга, и эту винтовку можно допиливать до бесконечности. То есть они продают винтовку, потом стрелок покупает к ней что-то допиливает, она стреляет, потом перестает опять стрелять, он опять что-то покупает, и все довольны. То есть целая индустрия работает. Это первый вариант. А можно купить винтовку украинского производства и стрелять, чистить и стрелять. И она всегда попадает. Я даже для себя делал эксперимент, поставил американскую М110 и нашу ЯРКу, и отстрелял быстрые серии с одной винтовки и с другой. И мысленно для себя решил так. Вот если бы тебе сказали, ты одну винтовку можешь взять и с ней уйти, какую ты заберешь с собой? Я выбрал UR. А по боевой эффективности, то вообще там результаты потрясающие. Я думаю, что когда после войны будет создан Музей Победы, она должна там стоять как один из символов этой победы. Наша украинская инженерная школа. Точный снайперский выстрел имеет 4 равнозначные составляющие. Это винтовка, прицел, стрелок и патрон. И это, ну, представьте себе, это как 4 колеса от автомобиля. Попробуйте одно спустить колесо, и вы приехали. То есть это равнозначные 4 составляющие. Поэтому, когда мы говорим, основная проблема – это патрон, потому что оружие самое лучшее, которое есть на планете, сейчас все есть на вооружении у нас. Это в начале войны ничего не было. То есть тут динамика просто изменений невероятные в этой профессии. Но сейчас мы имеем наш украинский патрон, который сделан в лучших мировых стандартах. Мы его тестили там самым жестким образом. И стандарты самые высокие он подтвердил. Замечательный патрон делает Украина для и 308 калибра, и 338 лапового магнума. Ничего сверхъестественного тут нет. Снайпер должен быть аккуратен, немножко любить математику.
Потому что дальний выстрел сегодня – это сложная баллистика. Надо в этом разбираться. Быть усидчивым. Быть способным к обучаемости, к обучению. Вот. Ну, естественно, патриотично настроенным. ФИЗО обязательно, потому что нагрузки колоссальные. То есть 75% потери снайперов – это вход-выход на позицию. Допустим, Барретт М107 взят почти 18 килограмм, а 26 килограмм весит снайпекс. Ну, там расчет 2 человека идет. Вот. Есть что нести. И туда, и назад. А обычная винтовка в районе 6-8 килограмм весит, ну, 338-я, плюс БК, ну, плюс выкладка своя обычная. Да, ну, выносливость нужна, физическая подготовка очень важна. Значимая часть работы снайпера – это разведка и наведение арты. Если он создал очень удачную позицию, и полить ее выстрелом не всегда рационально. В этой ситуации как бы эту позицию берегут, он наводит арту, он этому обучается, и результаты будут большие. Поэтому мы, вот у нас есть снайпер, который там имеет подтвержденных там, до десятка закрытых целей, и при этом у него есть удачное наведение арты, где легло целое мотострелковое подразделение врага. И вот как считать его результативность? В общем, это профессия, которую, в принципе, хоронят после каждой большой войны. После Первой мировой войны появляются какие-то новые виды вооружения, говорят, что это не актуально. Начинается Вторая мировая, где наши снайпера? Заканчивается война, как бы опять. То есть спорт стрелковый – это как банковский депозит, куда снайперское дело каждый раз уходит после окончания какой-то большой войны. В спорте она растет технически, потому что развивается химическая промышленность, новые марки порохов, новые модели пуль появляются, которые дают совсем другую баллистику. И начинается следующая война, опять идет запрос назад. Из спорта она приходит в армию. То, что сейчас происходит на фронте, то, что мы видим со стороны оккупантов – это просто предсмертная агония умирающей империи. И напоследок, прежде чем очень громко хлопнуть крышкой гроба, они, конечно, умоются кровью. И своей, и, к сожалению, чужой. Но нам это надо пережить, как стихийное бедствие, потому что точку невозврата они уже прошли. Нам нужно держать строй и делать свою работу. Все будет Украина.